Всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич, и сегодня мы рассмотрим новинку – серию силиконовых приманок Флагман Хитоми. Хитоми – это пассивная приманка, что-то среднее между слагом и какой-то личинкой. Своей игры при проводке приманка не имеет, и ее нужно анимировать всевозможными рывочками, подрывами и так далее. Хитоми имеет продолговатое червеобразное тело со множеством ребер по всему промежутку. Заканчивается приманка отростком, хвостиком, который активно извивается при манипуляциях вершинкой удилища. Приманка очень эластична и съедобна. Благодаря новому стойкому аттрактанту ее запах будет ощутим издалека, а рыба не сразу ощутит подвох, схватив резину. Очень часто при ловле окуня нужно выдерживать паузу. Рыба заглатывает приманку, и лишь тогда ее нужно подсекать. Хитоми в таких случаях будет на высоте, ведь хищник до последнего считает это съедобным кормовым объектом. Подходит для ловли окуня, судака, щуки, форели, головля и прочих видов хищной и даже белой рыбы. В линейке есть два размера – 1,6 и 2 дюйма, что равняется 40 и 50 мм соответственно. Широкая линейка цветов позволит вам подобрать вашу хитоми для определенных условий и желаемого объекта ловли. Zip-упаковки позволят храниться приманкам годами и не выветриваться, а рыба всегда оценит такой желанный лакомый кусочек. По проводкам с хитоми советую отталкиваться от мелкой дрожи вершинкой удилища, одинарных и двойных подрывов и периодических проволочек по дну. Пробуйте, экспериментируйте, и у вас обязательно получится. Данный товар вы можете приобрести в розничной сети магазина «Флагман», а также в интернет-магазине по адресу flagman.kyiv.ua. Если данное видео было для вас полезным, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на наш канал. До встречи на «Флагман ТВ».